акуленок, ту-ру-ру-ру-ру-ру. А перед началом видео я попрошу вас, ребят, досмотрите это видео до конца, ведь это влияет на рекомендации этого видео и, соответственно, мотивирует меня делать новые выпуски. Приятного просмотра! Как только я приблизился к острову, сразу же отправился собирать камни, песок и глину, так как это самые необходимые вещи для того, чтобы построить изначально печку. Но, как вы понимаете, акуленок туру-ру-ру-ру мешает мне. Копья у меня нету, и отбиваться мне, к сожалению, на данный момент нечем. Поэтому, пока он у меня согрелся, пока он вот это вот все вытворяет, я решил нарубить деревьев. Ведь так прекрасно рубить пальмочки на маленьком острове, который ты приплыл. Ну, соответственно, сейчас еще еды попробуем найти. И что-то в этом будет хорошего. Сколько манго. Манго вкусное, сочное, обожаю. Так, ну, мне здесь, конечно, придется задержаться на самом деле. Потому что ресурсов мне нужно много. Очень много ресурсов нужно. Семечки я пока выбрасываю. У меня нету лишнего инвентаря для них, к сожалению. Ох, ты ж боже. Первый остров. Самый тяжелый. Сколько ресурсов соберешь, так далеко и уйдешь, как говорится. Так, я почему-то не встретил ни арбуза, ни ананаса, ничего подобного им. Где? Где моя еда, остров? Ты меня объедаешь. С головы до ног. Так, где моя еда, я спрашиваю. Еды нет. Алло, арбузята. А я думаю, что не все так просто. Арбузята мы нашли. Семечки арбуза нашли. Кстати, надо будет потом это все собирать обязательно. Надо будет протестить, как это работает в новом рафте. Так, тут у нас стоит. Да гребаная эта акула, что ж ты творишь со мной? Ненавижу. Ненавижу тебя, ты меня не любишь, рыбка, мы с тобой вдвоем в этом море, без никого, а ты меня грызешь, собака такая, рыба, ты непонятная, это господи ты боже. Где наш пляж с ресурсами? Так, плот наш там, вот, нам надо на этой стороне лутаться, тут еще бочечек можно подхоботить немножко. Слушайте, а давайте сделаем копье, чтобы я хоть как-то отбивался от нее, потому что, мне кажется, раньше, по крайней мере, в рафте можно было это делать, в чем достаточно просто это было. А вот как сейчас, я не знаю. То есть надо это тестить. Я скрафтил первый якорь, поставил его, потому что мне надо очень много ресов. Здесь лайфхак, ребят, если кто не знает, если вы плот паркуете далеко, то есть шанс спокойно лутаться. Акула вас почти может не затронуть. Но так как я сейчас подлетаю к плоту, очень близко, она идет на меня. Оп. А это уже не работает, да? Раньше, короче, можно было ударять ее, и она как бы тебя не кусала в этот момент. Но нет, сейчас это так не работает. Жаль. А нет, работает. Это я просто. Можно нам в хвост ей еще натыкать. Ну то шла. Ах ты ж гадина. Хвост натыкаю. Я с тебя мясо буду добывать скоро. Дай мне только металлическое копье сделать. Буду мясо с тебя добывать. Вот, 3 удара. Видели, я ей дал? Аж целых 3 удара. Не, ну она от меня не отстанет, походу. Все, я наловчился. Я вспомнил, как это делать. Если было металлическое копье, я бы уже почти ее завалил. Но этим она, к сожалению, почти не коцается. Оп, и далее. Все просто. Лайфхакеры, пишите в комментах. Лайфхакеры, давайте, а? Так, у нас сейчас ночь настанет. Оп, просто пофигу на нее. Абсолютно. Взяли мне ее еще загасить, чтобы спокойно полутаться. Так, не вовремя. Так, нормально получилось. Ты еще разворачиваешься так близко. Ну сюда иди. Акуленок туруруру, акуленок туруруру, акуленок туруруруруру. Акуленок туруруру, акуленок туруруру. Она копье сломала! Она сломала мне копье! Помоги! Срочно изготовить новое. Ах ты грызла! Грызла мне отгрызла! Сюда! Сюда, рыба! Оба! Оба! Сколько ж тебе валить надо, а? Дай мне 2 минуты полутаться спокойно! Женщина! Сумасшедшая! Сумасшедшая женщина! Полутаться дай, говорю! На тебе 3 удара! И что? Ну давай, разворачивайся! Не хочешь? Правильно, у меня копье не надо! Не в твоих интересах этого делать! Ну и что? Что, мешают текстуры, да? Смотрите, она просто в остров вылетела! Она просто улетела куда-то! Где она делась? О! Ничего себе, из-под небесия вылезла откуда. Сколько ж мне ударов надо ей дать? С ума сойти. Блин, ночь настала, мне не переспать, ничего не сделать с этим. Блин, пока всплывала, она меня подгрызла. Я хочу ее убить. Я не помню, сколько ударов нужно совершить этим копьем. Но помню, что даже типа металлическим надо достаточно много дать ей. Вот. Может быть, у меня получится ее еще загрызть сразу? Подруга, спасибо за мясо, спасибо за голову. Все, ребятули, можем спокойно лутаться. Господи, боже мой. Так, давайте, приоритеты.
Нам надо будет немного хлама с вами. У нас он есть, но возьмем еще. Камень. Камня у нас нет вообще, мы его только с бочек лутать пока можем. Камень на якоре. Якорь, потому что мы пока одноразовый делаем с вами. Опять же. Плюс, то, что я говорил, глина, песок. Чем больше, тем лучше, хотя бы, чтобы на две печки хватило. В приоритетах у нас стоит. Ну, естественно, медь, металл, это все собираем тоже. Это не такой приоритет, как все остальное, но это тоже понадобится для изучения, поэтому собирать стоит. Да, кстати, у меня звук минималка стоит, надо чуть подболить, мы же все-таки как бы это. Давайте звук вот так вот поставим, я думаю, так нормально будет. Чтобы музычка была, чтобы радовала... А мы пока лутаем железную руду. Оп, крюк сломался. Срочное изготовление крюка. Оп, чисто. Чисто изготовил крюк. Так, песочек. Хапаем обязательно. Без песочка никуда. Так, хорошо, пока акулы нету, это... Вон вижу глину. Ай-яй-яй. Следите за своим дыханием, пожалуйста. Блин, Рафт вообще клевая игра. Помню, раньше с нее начинал когда-то записывать. Но не советую смотреть эти видео. Там все очень... плохо. Не сказать, что сейчас намного лучше, но как бы да, что имеем, то имеем, ребят. Учимся пока, поэтому строго не судить. Так, что же тут у нас? Песочек. Песочка у нас много, это хорошо. Еще такое же приблизительно количество глины мне надо. Но здесь очень глубоко, и мне неудобно из-за этого. Стартовый остров неудачный слегка, да, с точки зрения того, что он глубокий. Лутаешься из-за этого намного дольше, но зато здесь ресурсов немножко побольше, чем на обычном маленьком острове стартовом. Кстати, добавили же новые острова, да? Вот мне очень интересно глянуть, будут ли они попадаться со старта? Я думаю, должны. Так, сколько здесь камня? У нас, точнее, сколько камня? 4. Ну, 4 нам пока хватит. Есть еще небольшой нюанс, что у нас нету с вами абсолютно никакой нету ящичка никакого. И вообще надо было потратить ресурсы немножко на застройку плота. Но пока нет акулы, я буду лутаться до последнего. Только появится, пойду, наверное, чуть-чуть расширю плот. Так, тут что-то очень много камня, очень много песка, но глины совсем не вижу. Вот глина, ну ее прям в малых количествах. Так, вон там металл, кстати, надо собрать тоже. Потому что из металла у нас самое основное все крафтится. А мы ведь хотим быть крутыми. Это самое, ребят, первый островочек, поэтому... Ах ты ж, блядь, да появилась уже, блядь, что ж ты можешь делать? Ладно, хпшка пока есть, добываем. Пока хпшка есть, добываем. Хочу сделать... Ой-ой-ой, сколько тут. Надо сделать мокрые кирпичи. Обязательно сделать мокрые кирпичи. Так хрём, отстань от меня. Не трогай меня, пожалуйста. Пожалуйста. Грызла свою, разъявила, блин. Кусается и кусается. Так, на изучение надо немножко водорослей взять. Ой-ой-ой, металл нельзя пропускать. Ай! Так, мне еще хватит добыть. ХПшка отнимается сильно. Я задыхаюсь. Быстро добыть вот это. И быстро на остров. Так, она промазала, отлично. Воспользуемся моментом. Все, быстро на плот. Копье в руки. Позу защиты. Где она? Неизвестно. Ух ты, ниндзя! Тупо ниндзя, блин. Не, ну вы видели? Акула-ниндзя. На. Все равно укусила. Пути. Не трогай. Дай на плот залить. Оп. Успели. Так, занимаемся небольшим расширением. Ну, пока вот так хотя бы, да? Потому что ресов у нас мало. Пластик еще для чего-то пригодится. Так, маленькое хранилище. У нас не хватает как раз-таки пластика. Вот так вот и живем. Так, в принципе, я сделал, получается, давайте мокрых кирпичей сделаем. Всего 4 штуки получилось, ну то есть это вообще ничто. 4 штуки это супер мало. Нужно гораздо больше. У нас здесь расцветает, погнали. На, по жопе, блин. Шабака шутулая, шо ж ты лезешь на меня, а? Акуленок туру-ру-ру-ру, акуленок туру-ру-ру-ру, акуленок туру-ру-ру-ру, туру-ру. На. На, в хвостяру. Получай. На, в хвостяру. Блин, она меня съест. Глина. Оп. Глина. Ай, больно. Так, ну здесь я могу перезапуститься. Режим достаточно лайтовый, понимаю, но... Ребят, одному выживать в Рафте сложно очень. Простите. Я уже многого не помню. Обещаю обязательно хардкоре поиграть. Это будет прям очень тяжело, но обещаю, я это сделаю. На нафиг.
На хвостяру, хвостяру отобью. Будешь лезть ко мне, ты. Быдло. Ты быдло. Ты это понимаешь? Ты просто быдло. За что? За что ты на меня нападаешь? Что я тебе сделал? Я просто хочу жить. Я просто хочу жить. Алло, перестань. Пожалуйста. Пожалуйста. Я всего лишь хочу добывать ресурсы, найти людей и жить дальше. Зачем ты лезешь ко мне, акулка моя? Что ж ты вытворяешь? Опять мне тебя убивать. Срочно нужно металлическое копье. Иначе так далеко мы не уйдем. Я успеваю ей тут 2-3 удара накинуть, конечно, но ресурсов нужное количество. Я вот, к сожалению, не успеваю собрать. Вот, смотрите, металл. На, вы видали эту реакцию мангуста? Металл. Всплываем. Ах ты ж собака. Ах ты ж собака такая. Песочек. Ах ты ж гадина. Укусила. Укусила. Плывет обратно. Она обратно плывет. На тебе в жопку. В жопку получай. Ребзи, я уж вторую акулу убиваю. На первом-то острове. Ох, господи боже. Нелегка судьба рафтера. Обычного рафтера, который просто пришел добыть ресурсов. Вообще нелегка. Так, мне нужны сухие кирпичи. И чем больше, тем лучше. Блин, тут очень глубоко. Здесь, кстати, по идее сундучок должен быть. Насколько я знаю, сундуки на каждом острове, но не всегда удается их найти. Я этими вещами, кстати, не сильно заморачиваюсь, но хотелось бы иногда найти немножко. Вот, ну, будем пытаться. Будем стараться. Если повезет немножко, то найдем. А если не повезет, то нет. Ух ты ж, господи. Как выжить в этом суровом мире? О, глина. Я хотя бы 2 печечки. На 2 печечки. Это очень много глины и песка надо. Ох, хлам там тоже вроде пригодится. Захватим, раз уж рядом лежит. Так, сколько у меня... Хлама мне пока точно хватит на 2 печки. Так, песка 4, глины мало. Так, давайте я сразу здесь скрафчу, чтобы понимать, сколько кирпичей у нас выходит. Еще 4, пока мне хватает только на 1 печку. Но 1 это уже хоть что-то. Это уже прогресс, как минимум. Но мне надо на 2. Хочу на 2 на одном острове собрать, если это представляется возможным. Но это не точно. У меня же еще ни опреснителя, ничего не стоит. Мне уж срочно надо отправляться, потому что у меня еда и вода подходит. Надо отправляться будет сейчас. Если мы больше не найдем... А вот и глинка. Вот и глинка. И тут много глины как раз. То, что мне и нужно. Буду сочную акулку готовить. Ой. Катаем. Песочек тоже забираем. На стекло потом пойдет в случае чего. Так. Еще немножечко. Эть. Давай. Опа. И быстро всплываем. Эх, как хотелось бы ласты в стартовый набор. Кстати, ребят, вы в детстве когда-нибудь делали ласты из бутылок? Интересно, почему в рафте это не применили? Моя вот делал. Не сказать, что это эффективно. Но сам факт. Ласты из бутылок. Так, медь пофигу. Прям вот пофигу. Собираем глину. Потому что печки это основное сейчас. И металл весь тоже основное. Остальным подождет до следующего острова. Давай быстренько еще вот это, может, схватим. Все, всплываем. Блин, там еще 2 глины и песок. Еще вон песок. Так, надо их тоже забрать. Ручничком, плотничком, давай. Чтобы деревянным копьем столько акул зарубить. Это ж вообще жесть как. Все. Вроде бы все. А вон еще есть. Ай. Не, все, больше не нужно. Больше не нужно. Изготавливаем кирпич. Там 4, 5, не помню, сколько печка требует. Она у меня пока не изучена. Надо, короче, идти ее делать. Стекло-то изучить в любом случае надо. Блин, хотелось бы сразу в нормальный опреснитель выйти. По-хорошему. Сразу в хороший опреснитель пойти. А не в фигню всякую. Ладно, как получится уже. Вон наш плот поплыли, пока акула не очнулась. Снимаем с якоря сразу и будем строиться. Эть, давай, малыш, давай. Надо. Я знаю, ты сможешь. Опа. Вот, смотрите, кирпичи уже высохли даже. Все, пусть сохнут. Убираем. И на его месте делаем вот так. А мы не двигаемся. А нет, двигаемся. Все, хорошо. Все, теперь собираем лутик. Так, у нас есть немножко манго подкрепиться.
воспользуемся, скажем, этим. Этой вещью мне надо пластик в приоритете. Собаки дурные на улице носятся. И дотягиваюсь. Давай. Ай, хорошо-то как. Еще и пластик затянули. Так, сразу учим. Большую трофейную доску, среднюю и маленькую. Сеточку учим и пугало учим. Теперь нам нужен металл. Для металла нам нужны печки. Эта сволочуга никогда не спит. Далее я изготовил две плавилки, сделал улучшенный гриль, поставил плавилки, поилочку поставил также, потому что от жажды помирал постоянно, расширил свой плот, так и закончился мой первый этап выживания в рафте. Всем спасибо, кто досматривает видео до конца, ставит лайк, комментирует и делится своим мнением о этом видео. Благодаря этому я вижу, что вам это заходит, и делаю это дальше. Всем удачи и пока-пока! Но после этого начал вылавливать весь мусор, потому что у меня закончились ресурсы. Ловил еще до длительное время, после чего построил пару сеток, и на этом мой день в рафте подошел к концу. Следующая серия, ребят, выйдет, конечно же, уже с первой миссией. Посмотрим, что же там изменили. Всем спасибо, кто досматривает видео до конца.